Всем привет! Зацвела у меня вот такая вот красотища. Очень маленькая. Даже не знаю, что вам для понимания размера. А, вот мой палец. Для понимания размера. Вот такая-то приятная мелочь. Очень миниатюрный кустик. Очень миниатюрные цветочки. Очень интересная. Кстати, загляните на Инстаграм-канал мой, там я делала с помощью своей линзы макросъемку, и там очень хорошо видно, очень интересные вот здесь вот на губке волосочки. Прям очень-очень такие миленькие, смешные ворсинки. Очень симпатичный гибрид, очень, ну, скажем так, приятного размера у него само растение, сам, как сказать, куртина, не кустик все-таки. Сама куртинка очень приятного размера. И вот на фоне этой куртинки цветок совсем не кажется маленьким. Цветок кажется стандартным. Но если рассматривать цветок отдельно, он, конечно, мелочь-мелочь, но с очень интересным переходом цвета. И очень красивая вот эта вот треугольная губа, которая переливается разными оттенками красного, и посерединке замечательно идет такая светлая прожилочка. Достаточно интересно наблюдать за такими вот маленькими орхидеями. И, в общем-то, справилась я с этим гибридом. Он немного капризнее обычно, чем обычно, скажем так, бывают гибриды. Но вот он сподвигает меня все-таки купить лабиай себе. Да, одного из родителей. Ну что ж, посмотрим. И вот так вот уже с макролинзой можно посмотреть поближе на вот этот красивенный рисунок. И вот эти ворсинки, о которых я говорила. Ну, конечно же, удобнее их вам будет ближе, наверное, рассмотреть на фотографиях. Там у меня в разных ракурсах я делала. Так что у кого есть Инстаграм, заглядывайте, посмотрите. Очень интересно. Вот такой. Ой, прямо сейчас пытаюсь его так чуть на бочок поставить. Дрожит. От любого прикосновения. Просто как осиновый листик. Вот так вот. Приближение это все выглядит. Лепесточки на солнце играют, они как будто так немножко сахаром присыпаны, и как видите, сами по себе лепесточки не однотонные, они как будто разделены на две половинки цветом, хотя уже самый верхний лепесточек он идет более однотонным. Да? Вот. Смотрите, и цветочки на самом деле разные, потому что вот этого нижние лепестки, половинка белая, половинка розовая, остальные так немножко как со штрихами. А вот второй цветочек очень интересен тем, что, видите, он еще один лепесточек тоже закрасил наполовину. Кстати, этот малыш ароматный, пахнет очень-очень нежно и очень приятно. И меня обычно не интересовал аромат в орхидеях. Мне больше все-таки нравится то, как они выглядят. Но вот знаете, вот этот аромат у него настолько приятен, что он очень-очень стоит внимания. И вот это та орхидея, в которой я аромат действительно ценю. Да, очень приятный малыш. Рекомендую, но... Хоть и рекомендую, но вам придется все-таки повозиться с ним, потому что немножко капризненький гибрид. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим каналом с друзьями, пишите мне комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных вам цветений. Пока-пока.